Закройте! Если бы я хотел вас убить, вы бы уже умерли. Вы реально не успели дверь закрыть. Давайте теперь фору не даем. Молодцы. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби Скромник, Крошка, Крошка, Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет, омлетики. Если пять кушки пират аппетита, а у нас аниматроники пугают охранника. Погнали. Пацаны, вы помните, что вас сегодня ждет? Смерть, мучение, стандарт. Да, надо успеть просто закрывать двери. Видите, вот вы не успели. Я закрыл ее. Ты не закрыл. Интересно, вы видели, пацаны, что я через стену пролетал? Такого нигде не было, ничего. Сегодня злой очень я. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и каждый лайк делает так, что аниматроник все злее и злее. Если вы до следующего ролика поставите 5000 лайков, аниматроник будет настолько злой, что пацаны даже не смогут прожить и 5 секунд. Посмотрим, сколько у вас доброжелателей. Давай, иди сюда. Зачем ты открыл двери? Серега, кто открыл двери? Я открыл, но потом закрыл. Да там, блин, Радекс стал прям на обуви. В смысле Радекс? Так, пацаны, я так понимаю, что у вас нету камер, да? Нету. Отлично. Ой, я его вижу. Бежит. Можно подставить. Ну почему вы не закрыли двери? Я же закрыл, ты какашка. Давай тогда медленнее возьму, хочешь, Серега? Васраби, блин. Давайте немножко медленнее, ребятушки, чуть-чуть медленнее. Закрой. Почему? Ребята, ну это же круто. Ну смотрите, я такой злой сегодня. Насколько это важно? Так, у нас теперь мод есть на камеру. Я могу дальше делать и ближе. Отлично. Мне нравится. Видите, какие текстуры на лампочке? Бля, видно, какая чика старая. Вы что, всё, смогли двери закрыть? Да, наконец-то. Нифига себе. Вы что, прогрессируете? У вас искусственный интеллект, да, начинает включаться? У нас извилины двигаются. Короче, почти. Получается, одна извилина и согнулась. Сильнее. Уходи. Уходи, дверь закрой. Ой, сейчас. Что упал? Я через вентиляцию, пацаны, иду. А здесь нет вентиляции. У нас нету вентиляции. А, ну да, точно. Пошел вон. На тебе в рожу твою. Понял, слепи. Так, давайте возьмем другой пак. У нас есть пак, где все-таки аниматроники прикольно сделают анимации. Сейчас. Ну что, где он? Нет, его здесь. Нет. Нет. Идет брат Фокси. Он передал, что не может вас убить. А этот Фокси, он убийца людей. А это что за молодой Фокси? На тебе. Он разве же добрый? Он не стоит добрый. Верить. В данном режиме он добрый. Если он будет дед, что-то такое, это значит он злой. Уходи. Страшно, очень страшно. О, Лех. А, не, он присел, пошел. Закройте! Если бы я хотел вас убить, вы бы уже умерли. Вы реально не успели дверь закрыть. Давайте теперь фору не даем. Молодцы. Серега, мне кажется, если бы ты играл один, я бы не смог тебя убить ни разу. Серега очень мощный игрок. Кто знает? Тот знает. Кто не знает, тот не знает. По-рахитному двери некоторые работают. Они плохо открываются и закрываются на этой карте? Долго очень. Понял, давайте там буду медленнее. Я ж не знал, что надо первый левел, это второй подрубил. Все, уходи. Я закрыл дверь. Тут закрыто. Да что, Максим, ты меня убьёшь? Пацаны, на. Смотрите, что буду сейчас делать вам. Откройте двери, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну откройте двери. По башке себе постучи. Ну, блин, ну, Серега. Ну, мне подписчики сказали, если вы откроете двери, они поставят лайк. Честно? Да. Фух. No. Успел. Бежит. Максим бежит. Не бежит. Он у нас, на той стороне, Серег, где-то. Да вон он, я вижу, сидит. Дверь открыта с той стороны, бежим. Да ты тут, я вижу тебя через... А ты, блин, негодяй, ну как? Уходи, Васаби, я вижу.
А, да? Я вижу, что ты там сидишь, я вижу твое ухо, Дим. Я ушел. Не Димку подрубил. Нет, ушел. Не ушел. Нет, я вижу, вот как у них сидишь тут. Не, он перешел туда, да, вот, сюда. Нет, он... Заткнись, я же вижу, где он. Они уже ругаются. Блин, пацаны, будем брать хитростью. Я убить тебя хотел. Я хотел Диму убить. Нельзя, аниматроник сегодня очень злой, нельзя убивать. Так, пацаны, сейчас должны вы проявить свой скилл. Сначала небольшая скорость, потом все больше и больше будет. Так, хорошо. Так, а мне кажется, это уже быстро аниматроник. Давайте медленнее возьмем. Прямой. О, нет, подожди. Да, во. Блин, эророчная кабака вонючая. О, привет. Так, сначала так. Смотрите, Чика, она такая, знаете, не очень быстрая. Но это первый левел, когда пацаны должны реально затащить. Так. Одна жизнь. Проигрываете, идет еще мощнее аниматроник. В смысле? Они наоборот? Типа... А аниматроникам все равно. А, то есть у вас все наоборот, да? Это да, да, так да. Не работает. Как-то неправильно все. Так, этот аниматроник не может обмануть вас, да, никак? Да он большой, желтый. Да был, блин, кусок пельменя желтого. Хорошо, давайте дальше. Там постный пельмень. Так, пожестче. Вы успели, да? Да. Ну, у меня, блин, когда была дверь, она была по пояс, чуть-чуть ниже пояса, по пис... Короче, ты... О! Ты ладно, ладно, я выхожу, я выхожу. Уходи. Так, знаете что, надо меня как-то красиво, очень красиво обмануть. Так, я на какую же сторону побежать? Давайте побежим. Эники-беники ели вареники. Эники-беники клёц. Арбуз. А у вас что, была дверь сразу? Я не угадал. Нет, я закрыл, я закрыл. Молодец. Так, смотрите, Фокси обыгрывает. Фокси молодец. Да смотри, в последний момент. Молодцы, ребят. Тут эти вонючие ящики мне еще мешают бегать, блин. Я за них цепляюсь, как кусок... Говна. Металла. А мне нравятся эти ящики, кстати. Блин, зацеп... Слабенга. Дима, смирись, ты нас не убьешь. Да ё-моё. А ты уверен? Давайте так, я вас убью тогда, когда я вот прям зайду в офис, тогда я могу вас убить, согласны? Давай. Все, вопросов нет. Вы, ну, готовы вообще проиграть? Конечно. Достойно, готовы, да? Выиграть. Да не, я беру аниматроник, который очень быстрый. Марионет. Я цепляюсь в последний момент за двери там. Надо тренироваться. Есть, тренировочка прошла успешно. Ё-моё, головяйная. Иди отсюда. Вы видели, как я на соплях чуть ли не забежал? Да. Мана лакабунга! Ну блин! Ну вот последний момент, ребят, это очень близко, ну знаете, прям очень. Энергия не кончается, да? Это тоже большой вам плюс. Ну хорошо. А что я вам скажу, если я потихонечку невидимый приближаюсь? А мы двери закрыли тогда. Хорошо. Пока чай попьем. Хлеба. Он в дверь врезался или мне послышалось? Кажется, болты посыпались. Дима, выходи из невидимки. Мы знаем, что ты тут. Мы знаем, что ты где-то... Максим, он за этой дверью. Вы не слышите? Он где-то тут. Так. У вас две двери закрыты, как я вас могу убить? А вот он, в невидимке у меня тут ходит, я через фонарик. Да как, иди, у тебя что, ультрафиолетовый фонарик? Да, ты если не забудь, что невидимых можно увидеть через фонарик. Я вспомнил эту фигню. Он даже ходит тут. Походи из невидимки, Дима. Давай почувствуем. Так прикольно. Я за окном стою, оно подсвети фонариком. Видно меня за окном?
За окном? Угу. А где именно? Ну, с левой стороны, получается, если от вас смотреть. Оно видно? Нет. Мне кажется, мне нравится, как вы в окна вы все третесь. Я говорю, слева, вы слева. Я говорю, справа, вы справа. Блин, это угар жесткий. А я вижу тебя. А вот он. Так ты Витя, не убивай. Вить, но не убей, как написано. Да хорош мне кишки из жопы выпускать. Да хорош. Ну все, я готов. Давайте, короче, сейчас будет смертельная дуэль. Вы готовы? Ну давай. Выиграет сильнейший. У каждого по одной жизни. Если из вас кто-то умирает из охранников, то он ждет. Если я убиваю последнего охранника, побеждает аниматроники. Если побеждаете вы, то побеждает аниматроник все равно. В смысле? А как выполнять то, что мы победим? А я умру. 3, 2. Один. Дуэль началась. Ребята, я должен затащить. Максим, ты готов? Угу. Я жду его. Я тоже. Я тоже. А где ты его ждешь? С вами я сижу. Я иду к вам, не переживайте. Да. Точно. Вот он ты, я тебя просто ничего не заметил. Тише, не пали меня, что я там сижу. Блин, а я знаю, где ты сидишь. Ты где? Да ты говно в невидимке, конечно же. А ты же фонариком видит? Можешь мне подсветить, ты что, не видел? С админским писателем? Да, я ж тебя убью. Я видел тебя, какашка. В невидимке тут. Нет. Ребят, он в невидимке, он... Да, ты в невидимке был. Ты за булун с роем мелкого. Балун, балу, балу, балабола. Опа. Сижу себе, сижу. Пытаешься сожрать меня? Его нет у нас в офисе. Ну тут в невидимке где-то сидит или хочет замочить нас. Да, я по одному буду высмыкивать. Максим, вам держимся вместе. Закроемся просто. Да, согласен. Он с вами там сидит. Нет. Открывай. Он бежит, закрой. Да ну ты жопа, ну Серега. Я хотел тебя съесть первого. Ну, в принципе, мы победили. Идет. Все, я не буду подрубать невидимку, теперь только он видимый. Там. Он за этой дверью, я его видел. Знаю твой видимый, сейчас будет. Ну открывайте двери, открывай. Не, обойдешь. Ну вот, открыл. Не, я тебя вижу. Тварь, господи, какая же ты тварь, красиво поймал, красиво. Ну все, теперь будете издеваться надо мной. Ребята, ну что, Серега заморозил аниматроника. И теперь будут издеваться надо мной. Стой, отпусти его. В туалет его головой, в туалет. О, не надо туалет, аниматроника в микросхемы займут. Отключу ему гравитацию и в толчок понесу. А что, тяжелый что ли? Давай в женский его. Нет, в женском грязно. Вы что, решили аниматроника в туалет отнести? Да. И головы в унитаз опустить? Да. Я не позволю, аниматроников нельзя так делать. Можно. Мы злые охранники, Димас. Мы вас накажем. Давай, Дим. Давай, я помогу тебе. Вот так его. Чисти. Да ты голимый, не надо в туалет башкой. Вылизывай. Я не могу вас вылизывать? Отойдите, отойдите. Отойдите, стойте. Отойдите, ребята. Что за баги? Что за... Отойдите. Дима, тут сюрприз для тебя сейчас. Я забагался. Там бимба? Я забагался. Серёнка, пожалуйста, не надо. Есть. Я испугался. Ребята, я же сказал отойти. Блин, а ты можешь меня разморозить? Я до сих пор как-то странно себя веду. Да, да, я сейчас себя разморожу, Дим. Хорошо, давай. Васаби, отойди. Он вылазит. Дима, это не поможет. А чё? А вот. Ой-ой-ой, а ты видел меня, да, как я улетел? Да. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Серега, поджигай.